Книги памяти пока нет ни в одной стране мира, а в Иванове будет. Школьники и педагоги различных образовательных учреждений города представили проект книги на всеобщее обозрение. Пока в разных школах города кипит работа по сбору и обработке данных о пропавших и погибших ивановцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Книги, которую можно было бы подержать в руках, пока нет. Но она непременно получит свое материальное воплощение после того, как ребята разберут и упорядочат архивы 70-летней давности. На представителей власти выступления школьников с рассказами о том, как они по крупицам собирают информацию о павших воинах, произвели сильнейшее впечатление. Должно быть, это от души прежде всего исходить. Слова – это слова, а надо, вот я говорю, сталкиваюсь с людьми, что это не просто какие-то слова пустые, а там реально просто оно все идет от души. И не, я говорю, потребность просто в этом есть какая-то.